Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики, и кто не подписчик, тогда подписывайтесь на мой канал. Сниму сегодня видео, подписчик попросил, по-моему, Никита Шалов, если не ошибаюсь, фамилия его, песню Андрея Державина «Не плачь, Алиса». Конечно, выбор хороший, песня прекрасная. Проигрывать не буду, потому что, не знаю, может быть, места на флешке не хватит, карта памяти. Сразу начинаю разбор. Тональность ля минор. Так, начинаем. Начинаю с проигрыша. Или вступление, как это. Начинаю опять, по новой. Неправильно, вот это правильно. И опять заново. Значит, это будет Си. Это только лишь вступление. Теперь идет куплет. Нет, неправильно, сейчас по новой. Дальше идет припев. Нет, неправильно, сюда. Это будет ми. И опять по новой. Можно еще повторить. Это была правая сторона. Сейчас попробуем левую. Поудобнее. Думаю, что видно. Так, начинаем вступление, да? Опять же ля минор. Так, это будет уже у нас. После ля минора у нас идет ре минор. Потом у нас идет ми септакор. Ля минор. Ре минор. Ми септакор.
можно ми, ми мажор. Лучше ми септакор. Ля минор. Ре минор. Так, далее идет у нас куплет. Ну, это ля минор. Потом ми септакор. Это я сейчас, подождите, зашился. А, ну тут в начале ля минор. И потом резко идем на ми септакор. И опять же ля минор. Резко на ля минор. Потом на потом ре, потом на соль мин. Нет, соль мажор. До мажор. Потом си, си минор. Ми, 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 септакор. И припев. Это ля минор. Ре минор. Так. Ля минор. Ре минор. Ми септа, септакорд. Ля минор. Ну, давайте еще басовую часть, я там не очень понятно. Так, опять значит ля минор. Ре минор. Это септакор. Ми септакор. Это ля минор. Ре минор. Ми септакор. И держим. Сейчас немножко проиграю. Ну вот таким образом так она играется. Мелодия так не очень-то и сложная. Сейчас попробую проиграть. Медленно проиграю. Так, проигрываю медленно. Thank you.
Это был проигрыш. Вступление, вернее. Держим. Держим ми септаккорд. Не плачались. Не плачались. Попробую, давайте медленно. Так вот, вроде бы понятно объяснил. Есть у него еще одна песня хорошая тоже. Для тебя бонус. Ну все, всем всего доброго. Подписывайтесь на канал. Не забывайте. Ставьте лайки. До свидания.